Вчера я выступил на совещании Государственной комиссии. Что касается моего предложения о введении прогрессивной шкалы на индивидуальный подоходный налог, то это было мое поручение поручение правительства изучить данный вопрос. Но в принципиальном плане я считаю, что рано или поздно мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости. Смысл прогрессивной шкалы состоит в том, чтобы люди, которые зарабатывают не так уж много и тем более мало, должны платить меньше налогов. А люди, которые зарабатывают очень много и в наших условиях считаются богатыми, должны платить, соответственно, больше налогов. Такая система существует в целом ряде государств. Например, в моем понимании, если человек зарабатывает до 250 тысяч тенге, может быть больше, до 300 тысяч тенге, он не должен платить налог 10%, он может платить налог примерно 7%. Это решит рабочая комиссия правительства. Но, допустим, что касается среднего класса, то в отношении него по-прежнему будет применяться налог 10%. То есть 10% это налог широкого спектра действия. Условно говоря, с 300 тысяч тенге до 1,5, а может быть 2 миллионов тенге, получающие люди эту сумму будут платить 10%, как было и раньше. Люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, как я считаю, должны платить больше 10%. Какую сумму налога они должны платить, опять же, определит комиссия. Это будет 13 или 15%, но не больше 15%. Я считаю, что в нашей стране подоходный налог не должен быть больше 15%. Поскольку я дал поручение правительству, оно внесет свое предложение, мы коллективно обсудим, в том числе с привлечением общественности, депутатов, конечно же, специалистов, экспертов, а затем будем думать, вводить эту прогрессивную шкалу налога или не вводить. В конечном счете, окончательное решение по этому вопросу буду принимать я, как президент Республики Казахстан.